Всем привет! С вами Маша Бедогарова, и сегодня я расскажу вам о покупках месяца. Начнем мы с моей гордости моей жизни, того, что должно быть у каждой леди, это туфли. Туфли эти были приобретены мной, собственно, к премии «Женщина года гламур». Это шелковые туфли оливкового цвета Manolo Blahnik. Рубрика «Новогодние поиски». Вот платье лебедя. Видимо, я вспоминала певицу Бьорк и ее знаменитое платье «Гусь». Это был какой-то шоу-рум в районе Курской. Футболки — это моя униформа, это то, что я ношу каждый день, обожаю. Будет аморе полное. Шоу-рум бренда. Черная футболка Александр Ванг, она без рукавов, она кроп-топ. Вещь моднейшая, но это, как это называется, режим рейв. Магазин Лиформ, распродажа. Это ботинки Off-White. Собственно, в них мы можем видеть весь свет рэп-исполнителей планеты. Поэтому мой парень пошел надо мной, очень сильно смеется. Еще рэп читаешь, да? Носить тяжело, подошва не гнется, замша не мнется. В общем, это такие табуретки на ногах, но очень красиво, нарядно, все люди завидуют, страшно. Это тоже магазин Лиформ. Это штаны, шорты. Чем хороши эти джинсы? С ними можно носить любую обувь. Casual, гламур, пожалуйста, спорт. Это кроссовки Adidas Original. Они очень светоотражающие, у них светятся шнурки, светятся все вот эти полоски. То есть это кроссовки вспышки. Доспехи красоты. С ботинками, кроссовками этот костюм превращается в королева техно-рейва. С красивыми туфлями это превращается ого-го, богема, буржуазия. Вот так кардинально одежда меняет человека, пожалуйста. Вечерний, танцевальный, ежедневный лук. На зону лица были приобретены очки мечты. 5 лет как вымерли хипстеры, а я только купила очки в роговой оправе. Моднейшие окуляры. Это я из сериала Beverly Hills 90210. Сухой шампунь — это бомба. Во-первых, он придает объем. Это сделает из вас вообще Ким Кардашьян. Так, Extreme Radiant. Для чего он нужен человеку? Чуньк на лицо. Вот так вот мы это размазываем. И получается такой блеск полурозовый, полупрозрачный, полукакой-то. Так вы этого даже не увидите. Но когда я неожиданно поворачиваюсь к свету, ну все просто что-то падает. Очень радостно было вам все это показать. Очень горжусь, оказывается, я всеми своими нарядами. Сама не ожидала, что так все круто. Спасибо вам, ребята, и пока.